Да, я здесь, я во втором окне. Потом тут. Начинаем уже. Да, начинаем макрос на пул. Давайте так, рейд, становимся в кружочек. Когда начнется вихрь, отбегаем к стенке. К стенке, к воротам. Если серебро идет за вами, вы от него отбегаете, не стоите прям там в нем. Танки разбегаются в две разные стороны. Давайте же поиграйте. Сейчас опять шипы. Целим шипы. На вихре. Фау, беги. На ханта. На ханта шип сзади, ребят. Давайте сзади слили шип. Все. Отбежали к воротам, танки две разные стороны. Вот, рейд, стоим в кружочке, никто не бежит к ребру. Сейчас бьем шипы. Сейчас ребро пойдет к протопалу. Видите, как все прекрасно? Бейте только шипы, ребро не бейте. Ну вот, что-то он сюда пробежал, непонятно почему. Ты там протопал шевелился? А нет, не шевелился. Ну давайте, сливайте шипы. Все в шипы сыграли. Просто слишком далеко стоял. Там рейнджер же, чарджер не работает. Ну все, это плохо. Ну все, захильте рейд, добивайте. Давайте в шипы. Два шипа сзади, не во фрейме. Пять шипы. Блин, у нас 10 секунд, чтобы залить ребро. Бейте шипы. Отбежали к воротам, не стойте под ребром. Отбежали от ребра, ребро в мелизоне. Отбежали от него. Потом давай гимн на отхил. О, отлично. Все, добивайте ребро. Так, это дома все не кипит. Кольцо на Мелика. Оба на офф ролите? Я на энхайдер. Тюменская, ты на кого ролишь? Гиката выиграла. Кольцо на хила. На офф можно? Да, рольте на офф. Будь в теме. Кому не жалко БДК, БДК повесить КД на этого босса, кто-то может зайти потанчить леди на второй фазе. Тут можно любого человека в танк спекнуть, неважно кого. Для нашего господина нет ничего. Ну давай, спекнись. Только говорите, когда его вести, пожалуйста.
Появляется муж в мелизоне, ты отводишь его. Появляются духи в мелизоне или вообще появляются духи. Ты отводишь босса, видишь? Ты видел когда-нибудь духов на лиге? Да, да, да. Ну вот, появляются духи, а ведешь босса к трэшу, который выходит. Все. Боссить больше тебе ничего не надо. Просто набиваешь агро, прожимаешься, сбиваешь косты заморозкой разума. Все очень просто. Всем привет, у вас фул? Пока нет. А нужен кто-нибудь? Сейчас, подожди. А ты кто? Ты ДД? Да, да, да. Ну, есть еще Kill Priest. Ну, Holy Priest. Priest 1, правда. Это Аболь? Кого? Ты Аболь или какой у тебя ник? Будь в теме. Понятно. Так, ты говоришь, у тебя хант есть, да? Кто еще у тебя там есть? Хант, ШП. Ну и этот лок, но он слабенький. Давай заходи на ШП тогда. Хорошо. Кому написать? Не в гильдии, что ли? Пиа-ученик. Нет. Хорошо. Пиа-ученик. Так, давайте напомним вам тактику. Паладины, Ретри, Тюменская, Эника, Седли. Следите за тем, чтобы ваш скилл Глань Жертвенности был на КД во время контроля. Сливайте его с пула и следите за откатом. Потому что если леди кидает паладина в контроль, паладин кидает каплю на леди и паладин умирает. Это понятно, надеюсь. Возложение рук, кстати, тоже хорошая идейка. Не, для жертвенности можно с пула, там без разницы. Не, ну типа, один раз взяла меня, типа, в контроль, ну потом. И от КДшилась эта хуйня, я сдох как чмо. О, это просто ты невезучий, походу, был. Ну ладно, можно за 5 секунд до контроля кинуть капельку. О, не за 5 секунд до контроля, за 12. 12 секунд действует. Вряд ли эта кровавая метка есть у этих ДК. Она у меня есть. Ну тогда с пула кидай на кого-нибудь. Это я знаю. Я кидаю по КД. Так, давайте. Два БДК слева, танчи трэш. Протопал справа. Сейчас, секунду. Так, первый на пул. На второй... Вот, начинается вторая фаза. Протанчу ловит босса, на него делаем на пул. Да, у протанчу уже идут 3-4 стака, делайте на пул на QV. Вторая пати БДК. Ты там старайся набивать агро по леди, хорошо? Туда будет 5 стаков, у первого БДК скорее всего агро слетит. Что там еще? Мизантроп с пула, звездопад. Так, все готовы. Можно начинать. Так, выходит трэш. Давайте, все сыграли в трэш. QV, лови моба с центра. С центра всегда будет идти один моб с лестницы. Хваткой притягиваешь к другому БДК. Давайте, сыграйте быстрее в трэш. Сейчас будет контроль. Добейте слева трэш, сейчас будет контроль. Расконтролили людей. Помогайте мне диспелить леди. Мизантроп вихрь кидаешь. Два элема, жабку, Локи, Фир, Маковцу. Помогаем всех диспелить.
опять вышел трэш. Давайте в трэш играем. QV, давай, тяни моба с центра и веди его к первому БДК. Добили трэш с одной стороны, переключились на вторую, помогаем добивать. Контроль будет через 3 секунды, пытаемся контролить. Расконтролили людей. Квадрат, кидаем квадрат в контроль. Вихрь, фир, что-нибудь киньте. Когда кого-то кидает в контроль, мы стараемся стопать АУЕ дамаг. Так, стопайте по леди, ждем третий трэш. Когда бьем третий трэш, перейдем на вторую фазу. Начнется вторая фаза, и сразу справа от нас, как смотрим на леди, появится трэш, его заливаем. Потом только бьем леди. Сейчас будет контроль. 5 секунд, готовимся контролить быстрее. Быстрее сливайте трэш. Мелики, сливайте трэш слева. Расконтролили. Контроль, а вот 4 секунды до отката, до допада. Все, давайте в трэш сыграли. Справа трэш вышел. Никакого, никакой леди, бейте трэш. И следим за духами. Диспельте с меня проклятие. Отлично. Появятся духи. Вон, смотри, QV, как танчит БДК. Вот, появились духи. Отходим от духов, прекращаем дамаг в леди или отходим просто от духов, это самое главное. Все, можно продолжить бой. Сейчас будет контроль. Стараемся не АУЕ, сейчас топаем АУЕ дамаг. Подожди. Расконтролили людей, в милизоне 2 законтроленных человека. Стопаем АУЕ, отбегаем от духов. Хильте своих людей. Лизни дотема, захиливаем. Все, вышел трэш, вышли духи, отбежали от духов и сыграли в трэш. Все сыграли в трэш. Все, теперь можно дать рост. Давайте рост. Пуливайте на втором БДК. Да, 3 стака на первом БДК нужно на пол на второго. Напуливайте. Отбежали от духов. QV, старайся набивать игру. 5 стаков уже на... Уже один, нормально. Расконтролили опять людей, стопайте АУЕ, веди, веди леди, духи в милизоне, веди. Мизантроп, поднимай пулпера. Апис, поднимаем сори. Выводи служи леди. Опять вышли духи и вышел трэш. Сыграли в трэш, от духов отбежали. Забафали рейд. Давайте, кулаки, каски, лапу. Кральчик, прожми раскол, Алисандра, прожми глыбу, копии, быстрее, инвиз, давай, инвиз. Вышли духи, отбежали. QV не набивает агро, плохо. А, все, отлично. Леди на QV, напуливаем на него. О, сейчас будет контроль. Вышли духи, веди леди. Веди леди. Классно похлопали духов, молодцы. Пухнастик, поднимай Аписа. Апис, вставай. Трэш вышел. Сыграли в трэш, отбежали от духов. Последний трэш. Надо последний трэш убить. Вышли с лужи, добивайте трэш, потом леди. Давайте, все в трэш, быстрее. Потом леди добьем. Сейчас будет последний контроль еще. Все, добивайте леди. Контролим игроков. Двоих законтролил. Законтрольте еще луну. Все, отлично, убили. Помогаем ресать людей, идем на корабли. На осколке есть люди? Кольцо на танка. Можно 2 штуки одинаковых кольца этих. Нельзя. Не оденешь. На оуспе кольцо, наверное, кому-то. На пидером передашь Тюменской. Потом тебе это кольцо не даст профита. Пулпер, вставай.
Короче, как кто-то падает в рейде у нас, вы сразу бафайте рейд. Не ждите, пока я скажу, бафните каску, кулак. После каждого босса фулл ребаф. Если, разумеется, кто-то падает. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Кого он не туркаунс? Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Покажите, кто взорвал духа, если такое возможно. Да, он писали уже. На, видно. Ну, не знаю, как так можно вообще. Берем все ранцы. Давайте фумбаквор. Давайте, кулаки, каски, поваром, лапу. Я запустил. Маладин каска. Ладина, давайте, работаем. Раздаем бафы. Каска, кулак, повар, лапу. Пенская каска дает. Ретрия, кулак. Сейчас посмотрим. Вы видите? Что это там вдалеке? Кулака до сих пор нет. Ладно. Аня, бафни, пожалуйста, поваром кулак. Вяжу, Аня, не прокач. Раз, два, три, слышно? Да. Сейчас да. Ну, скажи еще раз что-то. Слышно, слышно, бля. Сейчас ты умрешь. Ретри, ты тут? Есть кулак по пупе? Давайте мага бьем. Ничего не поменялось, вы не заметили? Чего? Что должно было поменяться? Я голос поменялся, ты такое ощущение вот. Смотри, пока ты не в пушке, бафни кулак по вару. Я угадал, ты с телефона сидишь. Да, вот ретри они отвечают уже три раза. Если я кину ГП, она ответит? Да. А если нет, еще раз попробуй. Обычно с людей с третьего раза доходит. Ладно, потом. Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Давайте, бейте мага. Ретри, ты здесь? Кулак есть? Она в пушке, если ничего. Меня просил, когда она вне пушки, бафнуть кулак. Там есть секунд 15, пока мага нет.
Ну, можно же еще написать в чате, что я здесь. Дам кулак позже. Ну, там опять... кулак надо. Мне по телефону звонили просто. Какой кулак? Варом кулак, дай. Пушки, только сейчас не вырывайтесь, пожалуйста. 7 тысяч там осталось. Да. Перелетайте, не бейте пока. Все, добивайте. Привет, тебе надо что-то с корабля? Нет, ничего не надо. Запускаю. Каску ханта. Ханта. Группа 5, пожалуйста. У кого-то есть персонажи, с которым нужен осколок вообще? У меня есть. Вот я им жил, что меня за БДК загнал. Осколки, они... Квесты надо делать сначала, да, или что? Да. Если кто-нибудь спрыгнется в БДК, а я пойду за Ларсом. А КВ что? А он еще квест не сделал. Не, он не может все. Это что, мне подарок что ли ты сделал, Олег? Монеты на ночь. Да, надо кому-то плащ миликовский. Сэдли, ты на мейн роль пишешь? Нашли перса для осколка? Сэдли выигрывал. Под бафы попало. Что ты говоришь? Кто там осколки? Кому нужны осколки? Не. Мне могу на вара зайти. Это Огнежок говорит? Да. Ну смотри сам. ПК, пожалуйста, не дуйте, в горле стоит, то там лучше. Ну, так, заходите со следующего босса. Да не, не надо. Хорошо. Да, распылил только что кольцо. Мне дал пристабав. Кому там что еще надо? 3 секунды до боя почти. Ну я кидал, нарвал. А, не, не кидал. А, не, там фотон спросил про него. А забей это бичевое кольцо. Давайте рост. Сейчас появится трэш. Давайте сыграем сейчас в него. Всех трэш. Луну сыграли, Луна. Давайте в трэш. Мне что-то подвисло. Кивай, давай стада, если не вызывал. Луну не добили. Еще будет 2 трэша. 3 метки уже есть. Так что хильте хорошо. Частицу на метку. На мизантропа и тименскую хилим. Сейчас трэш опять выйдет. Давай,
Тиф трэш. Ой, Айника, хиляем, сори, или кидай частицу на него. Так, 20 секунд до следующего трэша, думаю, успеем. Да. Сэдли, можешь давать сакру. О, нормально. Давайте в темпе открываем портал, идем на чуму. На 5 минут отойду. Где? Наручи на милика. Кот. Рога. А сарайски же лучше, правильно? Как подобает. Не знаю. Может, то и то носить. Нет, то и то и. Да ладно. В смысле, не надо. Это бисовые наручи. Апис, просто дай трейд, я тебе дам. Никому не нужны. Защитник, воин, охотник, шаман. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сейчас ДПС ритм маленький. Значит, надо постараться сделать так, чтобы был побольше. Какой там ДПС? Какая цифра? 296. Певчи, а ты по какому аддону смотришь и раздаешь вот эти токены? ПР. По ЕПГП. Просто мне показывает, что типа смарт-килл выше гекады. А, ну да, действительно. Ну, тогда гекады передай, почему поспорим. Давайте точно играем в кружочек. Да не, пусть уже будет у нее что. Просто... Не, ставь гекады. Да бери, понял, мне не срочно. Я не видел, что он мне отдал. Ну, хорошо. Я свернул окно просто. Не, просто думал, что может быть у тебя другой, поэтому и спросил. Я обычно не смотрю в аддон, да, у гекады был большой ПР, поэтому отдал ей. Как вообще вот они ролят разные печеньки, которые не идет? Нет, нет, все идет, идет, ты защитник. Пошли на чуму. Ты не отдала эти наручи? Нет, ты не отдала мне и наручи. А не отдала, все верно. Так, вот наручи. Еще разок. На мейн никому не надо. Кто там на танка рулит? На оф надо? Кьюэй тебе надо? Но у меня вообще дерьмовые. Я бы взял, если просто так вообще никому не надо. Ты на танка рулишь? Я рулю на танка. На, тебя за 10% держи. То не слышно, ты прерываешься. Да не прерывайся, не договорила просто все. Ладно. Думала, они новинка. Другие лучше. Не помню. Не СРС, по-моему. СРС, да. Ну а так на ФДК пойдут кьюэ. Окей. Thank you.
Так, а что там в пятницу было? Как вы с ВК прошли? Кто ходил вчера? Да нормально, пойдет. А сейчас сколько утра? Где-то с третьего. О, видишь, показатели улучшаются, и либо нам просто везет, как обычно. Там один раз упал вайп вообще не нашей время, там просто все взял палу на вайп просто лично трон ушел без всех людей, ну типа ну блин, ну там заебись убили, там типа одного тела, одно тело такое унесло, когда киловый драйв был. Все, самое тяжелое, что может быть. Тяжелое, что может быть, это РС. Там пиздец дается. Говорят, в таких случаях, когда на семье это не отходит. Это прям вчерашний ОГС? Да, вчерашний ОГС. Там просто подряд. Да, замечательно. Замечательное было. Там, короче, трая в 10 подряд падала тьма из-за того, что падал БДК, либо хилы во тьме. Потом в свету на первой фазе трая в 10 подряд падали хилы. Просто на первой фазе. И у нас, короче, было 2 трая КД БР, 1 трая БР на первой фазе. И так похоже. Потому что нужно нормальных хилов ставить. Ну ладно, назови, кто хилые были. Я уже не помню. Ну хватает Абуль, Коли Прист, вот этот. Еще кто-то. Вот мы. Шустрый Шам. Ну, Шустрый Шам хилил в конце уже, когда тьма не падала. Потом черный Лимон. А Холипал, я не помню, кто был. Сильверлайт. Нет, до Сильверлайта был. Меника, да? Тему уберите. А танки? Наверное, на танках тоже проблема была. Грегор показал. Проблема была там, в хилах проблема. Ладно. А, ну я не знаю, что это было, но на первой фазе умирали, хотя бы не были. Один файл уже. И лезвие. Лезвие. Ну там в реплике как не было, но потому что лезвие надо. Так. Давайте, Тигнев Небес, Кольцо Льда, Таурены, Громовой Поступь. Он не кидал эти фридомы, ретрик во тьме. Все хорошо было, наверное, да? Так, давайте, слушайте внимательно, кто выходит на дистанцию. А ловушки? Ловушки, какая дистанция? У нас одних оставили танк. Что? Ты о чем? Так, выходит на рейдж 3 ШП, Фотон, Стербан, Only Time 4, 2 Лема, это уже 6, Хант 7, Мизантроп 8, 9 Протопал. Thank you.
чек на пулы. Я не каз. Все это видят, вот эта кнопка, ты пидор. Где? Ну, общая цитадель ледяной короны. Белатриса, кноп, шляпа, грыз. И главное, что его земляки хуй сосит, ничего себе. Че, вас кто там же выпадет? Не знаю, у меня нет канала. Откуда такой канал появился? Раньше его не было. Всегда был. Кнопку поставите? Когда в ЦЛК заходишь, у тебя появляется, то вы вошли в этот канал. Просто никто ничего там не пишет, поэтому он уходит в чате и все. Так, куда ты вылетел, Холипал? Тюменская, давай в Холика. Похилишь на этом боссе пока. Пойдем 2-4. Тюменская, спекайся в Холипала. Кушай рыбу, тут стоит. Да, бери ноги и эти перчатки совета. Надо в школу пизду. Каску по паладинам еще на себя дай. Лапку тоже можно. Лапку дали. Каску на себя дал. Чек на пул. Какие интеллект? Интеллект есть. Каску повару. Тюменская, каску поварам еще раз. Минут осталось. Все, есть. Макрос на пул пошел. Занимайте позицию на дистанции. Дайте еще раз каску поварам, пожалуйста. Случайно снял. Потому что хуесос. Вы тупой, кто говорил про хуесоса. Поставьте этот рост. Веру, да? Давайте рост. Следите за лужами. Три человека блюют. Хильте мизантропа певчего и он летает. Лужи появляются. Выбегаем с лужи, набираем дистанцию. Стараемся не сводить мелких слизней друг к другу. Девять секунд обливоты. Набираем дистанцию, вот. Пошли лужи, вышли с лужи все. Набрали дистанцию между лужами. Огнежок, ты стоишь в рейнже. О, не в рейнже, а в милизоне. Что там делаешь? Опять лужи появляются, опять отбежали, бельвота скоро будет, набираем дистанцию между собой. Лужа появляется, отбегаем. Захильте певчего, певчий череп бьет в лужу. Звездочки, длань, свободы, пожалуйста. В милизоне сейчас появится большой. Заберешь большого. Одного на РДД, вы видите? Огнежок, давай на рейндж. Пухнастик, подними по возможности мизантроп. Посмотрите, опять лужи обновились, отбежали от лужи. Сэдли, не своди большого к мелким. Мизантроп, давай на рейндж. Огнежок под босса опять.
Минска, давай бабам. Выбежали с ним. Каста уровня нету. Лол. Хильте печиво. КД на снятие лужи. Диспельте огнежога, у него все равно глыба КД. Большого забирай. Сейчас будет взрыв. Короче, таунти второго большого слизня и беги просто. Гимна манна. Прочитай, Олег. Не надо никакого гимна на манна один лямуста. Беги, Сэдли, беги, просто беги. Отлично. Захильте людей. Подымите. Кольцо, которое никто не носит, надо кому-то? Олеголас нужен? Его носили до выхода в дворец. Кажется, тон выше. Да выше ж проебал опять. ГЦ. Так, теперь нам надо ДД. Ника вылетела. Наверное, 800 хватит. Тюменская, теперь ты холли пал. Сейчас посмотрю. Кто такой уникальность с таким ником сидит в РК? Кто это? Обновите бафы по магам. Там каска там 4 минуты, крест 2 минуты. И роги каску тоже обновите. Это Атон. Атон, это ты, тот чувак с этого, с геймовера? Да. Можно брать ауру духа стай. Так, пока вас обходит, мы бафаемся. Нужен тебе в шестой группе хант? Да, нужен. Так. Тюменский написал грудой каску, но вот ну ноль реакции, даже таргеты не выбирают никакие. Кто там каска? А, все, каска есть. Он даун пишет, что ты даун. Хорошее отношение к гильдии, ребята. Ретри, кулаки, тюменская, кресты, сэдли, каски. Кушай рыбу поставил. Да мне плюшки надо, дайте плюшек, что жалко, я не пойму. Задолбали уже. Оставьте столик. После босса могу. Послесло, да, перейдет. Да, обменом сосорите, дам. Блядь, три мага в рейде, поставьте стол, чтобы она плюшки взяла. Да, блядь, понимаешь, этот стол тут на каждом боссе ставишь. Просто. Ну, так ты не что там такого? Палы тоже бафают на каждом боссе, когда кто-то падает. Ты взял стол с начала рейда, и он тебе хватает вот до конца. Так вот каждый будет ныть, ходил на стену. Не знаю, я просила перед рябом, не ставили, все. И стоял стол перед рябом. Не знаю, искала, искала, не было, либо толпила. Не нашла. Ладно. Смарт-килл готов. Лапа жлатый, есть. Жлатый, блин, на плюшке. Все, макрос на пул пошел. Дистанцию только наберите. Зентроп, выйди с лужи. Ты невнимательный.
Выбирайте дистанцию. Воу, захильте, Рэд, чего вы не хилите? Пухнастик, поднимем мизантропа. КД. КД на ПР у меня, пусть другой кто-нибудь поднимет. Не нужен. I'm sorry, выйди подальше, уйди от хила. Пять человек бьет вместо... Ладно, не будем тратить БР, пускай лежит. А 9 стаках возьмешь? Да блин, даже если 2 стака набирает рейд, 4 хила есть, чего вы не прохилили? У кого аура на Shadow Resist стоит сейчас? Ни у кого. Так, давай-ка посмотрим. Ретрика стоит. Ну вот. Ретрику, бери ретриковскую ауру или кто ее поставил, поставь Shadow Resist, прожми. Ретри аура на яркой гнили. Вот кто это сейчас поставил? Ретри. Вот, прожмешь мастер аур тогда. Знаешь когда? Да, вот яркой гнили. Давай, прожимай. Я почти не получил урона даже. Сейчас пельмень мак уйдет. Три человека блюет. Пересты, у кого-то ДЦ есть? Поезд на танка. Без ДЦ плохо будет. Конечно, я могу в ДЦ. Да спикайся, чё одна кнопка нормально будет. Тыкните на сумоны. Все поздно. Пухнастик, БР откдешился у тебя? Да, 20 секунд. Отлично. Все, давайте заново бафаем рейд паладина. Сэдли, будешь бафать щиты. Ретри, как обычно, кулак. Антикаски. Тюменской кресты. Тыкните на сумку. Самый сложный босс после лича.
Будем стопать дамаг. Анти куда-то вылетел. Цель, ты не знаешь, как замедлять? Первого. А мы в прошлый раз первого замедляли или нет? Нет. Нормально. Где вас саб? Саб нет уже. Но если сейчас не пулить босса сразу, а походить куклу, то можно и первого замедлить. Ладно, будем стопать. Все знают, что делать, да? Да, появится зеленый слизень. Все милики становимся в кружочек и бьем слизни. Если зеленый слизень выбирает в таргет милика, вас откидывает в РДД зону. Вы там остаетесь до того момента, пока зеленый слизень не выберет заново таргет. С того, как зеленый слизень выберет таргет, только тогда вы начинаете подбегать к зеленому слизню и его бить. А до этого ждите все в РДД зоне, в одной точке желательно. Так, касаемо тактики для миликов. РДД зона стоит вот примерно где звездочка. Кучно. Ладно, пойдем 24. Седли, ты не разбафовал щиты? Не надо разбафовать щиты. Нет, тут четвертого паладина. Пей столик, будем стопать дамаг. Обнуляем горн. Зачем? Что зачем? Да не туда. Глыбу прожми, а ну посмотрим, спадет чума или нет. Я уже передал. Стопайте по профу. Стоп по профу, профу не бить, 5%. Сейчас выйдет зеленый слизень. Стопайте по профу, 3%. Все играем зеленого слизня. Отошли в звезду. РДД как можно дальше. Отошли от зеленого слизня. Кружок. Черри сбежались. Не бежать на зеленого слизня на расстоянии. Сливать его. Давай. Повезло. Давайте переводим босса. Теперь смотрим свои дебафы. На ком зеленый дебаф к столу впритык. На ком красный начинает. Начинаем уже бить красного. Начали бить красного. Давайте, разбирайте свои дебафы. На ком красный дебаф, сбежались в череп. Сразу как откидывает, отбежали от зеленого. Сбежались опять в череп. Сейчас пою гимн отхил. Пою гимн отхил. Красный ритарген. Красного. Нормально. Так, Альфари, встанешь. Добейте зеленого. 300... Не бегите на зеленого. ДПСом немного беда. Альфари захилить, забафать. Пухнастик подымай или Лиссандру, Мизантроп подымай Альфари. Это все потому, что нам не хватает немного дамаги. Раздали БР, давайте быстрее. Кристобаф, даем рейги, кончились лапу, каски, интеллекты. Отбежали от этих слизней и бьем красного. Замедляй красного. Давай, пою гимнному. Где замедление по красному? Очень поздно. Замедляй раньше. Пельмени вышли и колбы сейчас отбежали. Сейчас будет зеленый слизень. РДД, становимся левее от звезды. Туда полетят пельмени, скорее всего, а потом станете в звездочку. Вон, пельмени. В звезду все встали, РДД. Мелики, бейте слизни. Все в слизни сыграли.
Милики отбежали в РДД зону. Давайте, черри сбежались и добивайте зеленого. Отлично. Вышли. Двойная лужа, потом гимн отхил, давай. Колбы с пельменями просто. Фатальное совпадение. Так, выходит зеленый, красный выходит, смотрим. Стербан, давай погим на ману. Пельмени смотрим, играйте в зеленый. Дайте чему, блять, передать. Красного сыграли. Быстрее в красного. 4%, должны перевести босса потом. Играйте в профа, мультидот эти профа. Все в профа сыграли. Пельмени отбежали. 2%, быстрее в профа. Все, смотрим на свои дебафы. Зеленые к столу отбежали. Как появляется слизни, зеленый выходит, идет, начинает движение. Давайте рост. Джер, кидать. Давайте Джер. Рост. Что ты сказал? Джерин, кидать. Нет, не надо. Давайте рост. Вот хил споешь гимн на ману, как всех откинет. Давай, читай гимн от хила. Читай гимн от хил. Череп сбежались. Седли, давай сакру. Сакру давай. Я завис. Я тоже подвисаю. Все, зеленый слизень убит. Апис поднимай, он летаймо. Пельмени смотрим. Летаем, вставай. Так, пришло время для диванов. Седли, забирай босса. Эгги на диван есть? Есть. Забыл. Отлично. Сейчас поставлю тебе метку. На эту метку кинешь диван. Так какой? Сейчас я еще не поставил. На звездочку, на протанчу. Кидать? Да, кидай. Все, диван кину, снимай диван, таунти босса на себя протанчу. Отлично. Пельмени в мини-зоне. Помогаем поднимать павших. Паладин, Лок, Крист. Так, давай. Хантер, включай стаю в скорости, погнали на совет. QS пекайся в танка, поможешь поддержать трэш. Идите. Какой был ДПС у Тюменский на сырке? У кого-то остались данные? Сейчас глянем. 14к, по-моему, что-то такое. Мы убили профа с... Ну, я ДПС... думаю. 11к. Притом очень легко убили. Два-четыре человека. Так, ну я вижу, тут 4 танка есть, отлично, погнали сливать все.